10 часов 1 января 2012 года. Чем я занимаюсь? Как всегда, работаю. Я трудоголик. Может, некоторые из вас чуть-чуть ленивые. Давайте узнаем, какова она жизнь трудоголика. Для начала, если трудоголиков много, то они могут вступить в клуб анонимных трудоголиков. То есть алкоголики – это лузеры, а трудоголик – все-таки одно счастье в этом есть – деньги и профессиональный рост. Следующее. Центр занятости и трудоустройства. Заходит мужик на биржу труда. Это анекдот. Мне срочно нужна работа, у меня есть жена и 5 детей. А что вы еще умеете делать? Я лично считаю, что досиживать до 5 часов на работе и с маниакальным видом смотреть, о, когда это время пройдет, то это неправильно. Потому что я лично не хожу в отпуск. Мне работа действительно нравится, работа мне по душе. То есть, поменяйте карьеру, если она вам не по душе. Ну зачем себя силовать? Я люблю тяжелый труд. Тяжелый труд начинается тогда, когда нет организации. То есть никогда не пытайтесь работать 12 часов штурмовщины. Раз, два, три часа, можно 10 минут, выпить чай, кофе, затариться калориями, печенье, бисквит, Макдональдс. Но в любом случае, перерыв должен быть святое дело. Следующее. Ну и что, что я работаю? Вообще я работаю. Да, вот так я тоже работаю. И причем мне это нравится. Потому что мои идеи и мировоззрение распространяются. Проходится крутиться за троих. Да, приходится крутиться за троих. Зато и зарплата за троих. Так что оно рентабельно. Любовь – это позвонить ей с работы, чтобы узнать, нужно ли что-то для нее купить по дороге. Многие считают, что карьеристы – это те люди, которые забили на семью. Это неправильно. Семья нужна для баланса. Но поймите, семейные отношения – это хорошо, но мы-то живем в материальном мире. Вот давайте вы зайдете в магазин и скажете: «Я примерный семьянин, я жену, когда вот мы женились, на 10 этаж на руках занес». Если у вас нет материальной наличности, то, извините, отношения чуть-чуть не звучат. Теперь следующее. А если не получается иметь нормальные отношения на работе, и в связи с работой иметь нормальные отношения дома, то есть идеальное решение. Office romance – это офисный роман, в смысле служебный. Это правильно, потому что экономится куча времени, и это рационально. Теперь далее. Зачем мы делаем карьеру? Чтобы залезть на лестницу корпоративного успеха. Ведь чем легче на работу устроиться, тем труднее на ней работать. Быть великим начальником ума не надо. Если великий начальник лично тупит, то у него есть 10 консультантов, которые реально тянут работу. Обычно начальник полный дуболом. То есть наведу пример. Встреча выпускников школы, один дослужился до генерал-лейтенанта. И говорят: «Ну ты же тупой». Ну и что, я просто брал и выбивал показатель. Вот все. Кстати, как можно сделать было карьеру во время Второй мировой? Во время фильмов о Великой Отечественной часто показывают такого командира-садиста, который гоняет штрафников. Технология карьерного роста проста. Есть три участка, куда мы идем? Через первый, второй, третий. Что мы делаем? По тупой, но проверенной карьерной методике. Значит, мы ставим 100 человек здесь, 100 человек здесь и 100 человек здесь. Где фашисты дольше всех эту сотню перебивали, мы ломимся туда. Это по-простому, а по-армейски называется разведка боя. Мозги – это не самое главное. Поверьте, IQ – это фигня. Куча есть непризнанных гений. Почему они пролетают? Потому что у них нет EQ. EQ – это коэффициент эмоциональной устойчивости. Чем более человек грубая, духовная натура, тем больше ему везет в бизнесе. А вы что, верите, что интеллигент может хотя бы точку на базаре открыть? Ну да, он же выставит в высоких материях. Наглость – второе счастье. А еще великое счастье и свободное знание английского языка. Вот стоят два человека. Вопрос. Срубят ли они деньги или нет? А я думаю, они лузеры. Because they don't know English well enough. To my mind, they're just losers. They even can't get enough money for their own way. Они лузеры, они не знают английского языка, а мир глобальный. То есть я здесь распинаюсь с рекламной точки зрения. Без знания английского никуда. Даже интернет, нет по-английски сеть, интернет между сеть.
А второй каноничный пример – World Wide Web, всемирная сеть. В любом случае, если вы нацелены делать карьеру и в 10 часов, а вы уже сидите, наверное, на работе, ну, нашлась хоть одна душа, я знаю, есть, то давайте учить английский язык вместе. У меня большое желание, страсть и, да, у меня есть мания распространять английский язык. В этом я мастер, у меня получается, потому что я знаю, что если сконцентрировать усилия в одной точке, то можно пройти прорыв в английский язык и сделать карьеру. Заново, кто из них выиграет? Тот, у кого выше английский, то есть он старше, да, у нас нету половой равности на работе, к сожалению. Значит, у него английский intermediate, у нее upper intermediate. То есть она станет его начальником и отправит его на пенсию. Мы живем в корпоративных джунглях, где одни зверюшки поедают других. А вообще все обезьяны. Но не у всех хорошее произношение. Теперь далее. Just one more minute, darling. Кто переведет эту фразу сейчас без переводчика, получит повышение по работе. Промоушен. Ладно, я вам разрешаю открыть словарь, лингву и глянуть, какой перевод. А, ну да, мы же ленивые, не все трудоголики. Just one more minute, darling, то есть еще одну минутку, дорогой, и тогда начнем. Вот график продаж. А теперь смотрим. Вот диски, информация, их воруют. Кто? Компетитор. Компетитор? Это конкурент. Пока вы слушали мой видеоролик, ваши конкуренты вас пытались сделать. Если вы бизнесмен, а особенно я люблю тех бизнесменов, которые бывшие военные, они понимают, что успех в жизни – это самодисциплина, то есть самозакручивание гаек. If you treat yourself hard, life will treat you easy. If you treat yourself easy, life will treat you hard. То есть если вы легко относитесь к себе, жизнь вас будет трепать. Если вы сами себя упорядочите и нацеливаете, то жизнь вам будет относиться легко. Если вы не можете сами себя скоординировать на английский язык, то я могу обеспечить дисциплину, железный порядок, ордунг, и будет эффект с английским языком. Предлагаю вам посетить мой сайт skypteacher.ru. Я являюсь носителем языка, то есть я знаю нормальный, хороший английский. В школе это motherfucking bullshit. Это полная фигня. Учительница никогда не была в Америке или в Англии. Как она может преподавать английский? А меня посетила новая идея. А могу ли я преподавать китайский? Ведь китайский-то никто не знает, и деньги за это хорошие платят. Я являюсь профессионалом, другие аматоры. Выбирайте лучших. Choose the best. Всего наилучшего и желаю вам money. Goodbye.